О качественном предоставлении питания своим воспитанникам заботится детский сад номер 15 Биробиджана. В учреждении провели конкурс по организации питания. Экспертная комиссия, в которую вошли не только работники детского сада, но и прочие специалисты, прошли по группам, лично проверив, как кормят ребят. Провести конкурс решили в связи с тем, что недавно в силу вступили новые требования СанПин. Таким образом, руководство детского сада решило проверить, как сотрудники их усвоили. В течение прошлого года и вот на начало нынешнего года проводилась работа по информации как сотрудников учреждения по изменению норм СанПина, а они там действительно были значительные, также среди родителей, чтобы было понятно, да, в связи с чем немного изменилось подход к организации питания в плане именно основных продуктов. Но главным для работников системы дошкольного образования остается обучение детей культуре поведения за столом. Навыки, приобретенные в столь юном возрасте, остаются с людьми всю жизнь. И переучиться позже становится значительно сложней. Мы должны им дать такие навыки культуры поведения за столом, правильно держать ложку, пользоваться приборами, пользоваться салфетками. Это все не начинает приучаться только вот в младшей группе. Они, когда приходят, они ничего не умеют делать. Вот этому всему должны научить. Подобные конкурсы проводят в детском саду регулярно. Совсем недавно в учреждении выявили лучших воспитателя и нянечку. Конкурсы призваны проверить и повысить профессионализм сотрудников. Такое соперничество стимулирует их к приобретению новых знаний и навыков. Андрей Кирюшин, Сергей Байба, Новости 21.